Сегодня начался день на 8, не паундов, а 8 единиц меньше. Так как вчера было 138, сегодня 137,2. На завтрак у меня шпинат, одно целое яйцо и 2 белка, авокадо и огурец. Все это залито ворширшайс-соусом и рисовым уксусом. И также у меня вот таких вот будет 2 стакана полной воды. И, конечно же, мои витамины, которые БЦА, женский комплекс витамин, кальциум и фиш, омега-3. Это только вторник, окажется, что среда. Мой второй перекус, точнее обед, курица с кабачками и капуста. Не обращайте внимания на мой вид, я занималась. И сейчас буду кушать, выпью свою воду и буду продолжать учить новые слова, потому что такое ощущение, что просто нету конца. Слова появляются, 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 у меня же скоро кончится тетрадка с этими английскими словами. Я же не знаю, что делать, такое ощущение, что я выучила. О, я все знаю, классно. Открываю книгу, читаю какие-то комментарии, смотрю каких-то блогеров. Ну, понимаю, что еще вообще ничего не знаю. Ну, как так? Объясните мне, ну как так? Дни так тянутся долго на диете. Мой третий прием пищи. Это не Нинка, не подумайте, я не ем собак. Это куриные маффины, салат, шпинат, орешки. Как они называются-то? Walnuts. Как называются орехи? Не кедровые, не... Грецкие. Грецкие орехи и чуть-чуть там огурчика. И все это залито рисовым уксусом, ворширшайс соус и бальзамским уксусом. Вот такой вот салат меня ждет. Редактирую свои видео. Вот этим я сейчас занимаюсь. Кстати, скоро мой муж придет с работы и... Он мне написал сообщение, то, что он купит себе что-то поесть. Написал, что моя жена, что моя душа желает. Я сказала, я на диете, ничего не желает. Ну, скажи мне, что желает. Ну, я ему весь список фиганула. Простите, я ему весь список написала. Говорю, желает гамбургер, желает пиццу, желает курицу, желает пасту, желает потом шоколадок, желает мороженого. Достаточно? Он говорит, ну, в разумных. Мерка, что ты желаешь? То, что ты мне напишешь, я тебе куплю. Ну как? Вот так вот можно сохранить диету? Как? Объясните мне, вот как? Он мужчина, ему нужны силы. Ну я могу потерпеть. Хотя он тоже может потерпеть. Нету силы воли. Вот сейчас вот он придет, и я хочу вам сразу его с порога заснять, что он себе купил. Поймать его. Как называется, на... Прям, как сказать, в голове крутится. Он the tip of my tongue. В голове крутится. Он the tip of my tongue. А хочу его с поличным. Бо, хочу его с поличным поймать. Сейчас мы его дождемся, и мы увидим, что он себе там купил. Пришел. What are you doing, husband? Where's... Daniel ничего не купил. Он молодец! You know what I said? What? I thought that you're going to bring something and then say, we are going to see Daniel going to be live in the coconut. Сегодня у меня непредвиденная работа, нужно заменить. Обычно по вторникам полно очень темнокожих людей, и я мне нравлюсь. Посмотрим, как сегодня меня прям берут на его замену. Меня муж отвозит, потому что там арена безопасная, чтобы я сама вечером вела машину, поэтому он обо мне заботится и меня везет. Увидимся на работе. I make the video, but it shows me that I didn't make any video.
Время 6:36. Мне начало в 45 минут. Данечка меня довез. Я пошла. Было очень много народу, как вы уже видели. Сейчас идем домой ужинать. Устала. Только что приняла душ. Не обращайте внимания. Сушу свои волосы. И также приготовила наш полдник, ужин. Ну как полдник? Скорее всего, такой легкий перекус на ужин. Это йогурт с черникой, с голубикой. И у Данила то же самое, только в йогурт я ему добавила немного сахарозаменителя, чтобы придать вкусный вкус, потому что он у меня сластеном. Вот, я опять повторюсь, когда не кушаю сладкое пару дней, то обычно ягоды, бананы, яблоки кажутся такими сладкими и насыщенными. Обожаю мой йогурт. На этом все. День заканчивается. Еще час я буду монтировать видео. В 9:30 я иду спать. Мы вместе идем спать. Потому что завтра у нас подъем в 4 утра. Спокойной ночи.